обедать, выбегайте из дверей. Поспешите, поспешите во всю прыть, из корыта, из кормушек закусить. Эгей, скорей, 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 скорей. Очень хорошая пища, слушайте кухню мою. Я же с вами, дружище, дай я еще подолью. А ты что, приятель, согнулся, что так уныло жуешь? А ты почему отвернулся? Аль, аппетит нехорош. Кушайте, ешьте и пейте, ешьте еще замешу. И поскорее толстейте, очень об этом прошу. И поскорее толстейте, очень об этом прошу. Москву едете? Да, кажись, посылают. Ну, тогда вместе поедем. Ой, и вы тоже? А то как ж, меня первого выдвинули. Да ну? А то как ж, поезжай, сказали мне в столицу. Посмотри на тамошнюю жизнь. Глафира, глупая девица, за меня в столице ты держись. Не ходи ты, Глашка, рот разиня, отмоги, прислушайся словам. Поведу тебя по магазинам. Очень я, Кузьма Сергеевич, благодарна вам. Помогу тебе принарядиться, выбрать шляпу модную велю. И тогда тебя душа девица, я и сам быть может, полюблю. Обращу я на тебя внимание, у калитки рученьку пожму. Приглашу на праздник на гулянье. Ах, Кузьма Сергеевич, голова моя, ты мой! Уж такой я парень правый, выдающийся вполне, что налево и направо сохнут девушки по мне. Эх ты! Стоит только мне милашке левым глазом подмигнуть, и ко мне милашка-глашка камни падает на грудь. Эх! Бабушка! Бабушка милая, еду в Москву я! Ой, ущипли меня, может, я сплю! Шляпку достану я там городскую! Платьице цвета варенка куплю! Милый мой едет со мною, милого знает любой, и очень красив он собою!
носит он шарф голубой, знает он разные песни, слушаешь, и на сердце дрожь. Где ни ищи интересней, милого, ты не найдешь. Где ни ищи интересней, милого, ты не найдешь. Без него куда могу я деться? Нету сердца робче моего. А если мне немного приодеться, то собой я буду ничего. Обрати там на меня внимание, у калитки ручку мне пожмет, позовет на праздник на гулянье. Замуж, может быть, тебя возьмет. Слова-то какие, девка, таких от тебя я не слыхивала. Оказали тебе доверие, посылают тебя в Москву. Так ты это цени, девка. Поезжай, погляди на красавицу, посмотри хорошенько выставку, а на выставке начинай с поросят. Разузнай, как их кормят девица, из чего их пища делается и сколько им в день питья дают. Я припасла тетрадку тебе, Глашенька. Ты на выставке все разглядывай, про свиней и поросят все выпытывай. Их тетрадь аккуратно записывай. Ой, бабушка, страшно мне. Боюсь, не сумею я все расспросить, разузнать. Москва-то она чай огромная, Москва-то она незнакомая, а я, девчонка маленькая, из северных лесов. Прошу на снимке этом, вы на момент остановите взор. Катуев Мусаиб на вас глядит с портрета. Участник выставки, орел с далеких гор. Трудом своим упорным, неустанным одолевать преград он привык. Он овцевод, питомец Дагестана. Катуев Мусаиб, передовик. За дело взялся Мусаиб умелыми руками. Вложил в работу он всю волю и всю страсть. И весть о нем слетела над горами и до Москвы далекой донеслась. Пойдемте дальше. Эй, друг, где у вас тут это, магазины? Не знаю. Какой чернявый. С усами и кинжалом. Вань, давай. А зачем ты ему кинжал, да? Овец резать. Не понравится ему, какая овца, он ее чик и зарежет. Ну, ой, страшно. Эй, девки, девки, не отставайте, ну, Глаша, давайте, я вам сейчас покажу, что мы не будем к жениху приедем. Надеюсь, теперь вам, товарищи, ясно, что и свиньи бывают прекрасны. Дальше, очень прошу вас, взгляните налево. Потом направо прошу вас, взгляните. Вот эту малютку зовут Королева. А красавца этого кличут Митя. Имеет он отроду 5 лет, живет по правилам науки. Он, как бы выразиться, дед. А это все его внуки. Ну-с, товарищи, можно здесь быть полчаса и час, подробно ответить на все вопросы, но впереди ожидают нас грузинские пальмы, абхазские розы. Так что двинем, друзья, в дорогу. Темп нам быстрый необходим. Миллионов много, а я один. Пошли, товарищи. Постойте, 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 постойте. Постойте, а как за свиньи, поросята? Мне ж бабушка велела все расспросить, разузнать и записать. Потом, товарищ, потом. А сейчас вперед, сейчас дальше. Пошли, товарищи. Пошли. А да не могу я дальше, я тут побыть должна. Мне бабушка наказ такой дала. Ты мне про бабушку не вспоминай. Сейчас все идут дальше, и ты иди. А я не пойду. Глашка, Глашка, ой, иди.
Какой водитель, как он в родине садит? Пошли, я тебе говорю. Ах, дедушка. Куда это вы так спешите? А? К поросятам! Двадцатая, Фадея Кирилловичу! Кирилловичку, за здоровье! 21-я, Маркей Власовичу! Маркей Власович, пожалуйста! 22-я, Матрёне Осиповне! Осиповна, прошу вас! 23-я, Никите Евтеевичу! Евтеевич! 24-я, Иван Савельевичу! Савельевич! 25-я, Ваше Новиковой! Ваша! Ваша! Ваша Новикова! Ваша! 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 А ее нет, дядя Ваня, нет! Как так нет? Да она, кажется, потерялась. Ну вот так я и знал. Ну так я и знал. Попал я с этой Глашкой, как черт в рукомойник. Глашка! Это что же, Глафира, такое? Старик ругается, волком воет, кричит, выражается он, а ты, значит, к свиньям опять, павильон. Так вот, получил я строгий приказ разыскать и доставить немедленно вас. Ах, батюшки, вот досада. Очень, Кузьма, мне времени жаль. Не пойду я, Кузьма. Не пойдешь? Не пойду. Иди надо. Я и сам от него сбежал. Пусть посердятся, пусть поищут. Да что мне с ними ходить? Тащища! А тебе догадался давно. К свиньям, значит? К свиньям. Не, знакомые лица. Свиней-то и дома полным-полно. А Москва-то, пойми, столица. Тут кругом широта и простор. А писать не хватит бумаги. Налево промторг, направо мосторг и разные прочие универмаги. Все, что хочешь, тебе подберешь. Ну. А, вот. Как хорош ты держит. Хорош. Ой, хорош. Так и знал, что тебе понравится. Видишь, я адресочек припас. Станешь к вечеру, и ты красавица, коли со мной пойдешь сейчас. Пойдем, пойдем. Не могу я, Кузьма. В чем дело? Бабка меня сначала велела. Да бабка-то она в деревне осталась. А я обещала. Ах, обещалась. Так, приехала, значит, тетеря, и тетеря поедешь назад. Не могу я, Кузьма. Не верю. Ну что ж, сиди, корми поросят. На меня эти старые песни нагоняют тоску и сон. Лично, парень, я интересный и в девицах люблю фасон. Так что или ты приоденься, или со мной гулять не надейся. Кузьма! Чего еще? Я все сделаю, только сначала... Нос не будем трепать мочало. Я два раза не предлагаю, по два раза не прошу. Что ж, гражданочка дорогая, прощевайте, пока спешу. Кузьма! Ай, брось! Скажите, пожалуйста, как называется эта свинья? Это не свинья, а Боров. Простите, а этот Боров как называется? А вот это свинья, а не Боров. А зовут ее Ласточка. Какое хорошее имя.
Ей 3 года, а весит она 365 килограмм. Ой-ой-ой. Да-да. Ой-ой-ой. Вот посмотри. Ой, гляди-ка, дядя Ваня прямо мчит сюда бегом. Что случилось с вашим милым симпатичным старичком? Что случилось, что случилось? Что случилось, что случилось? Девка милая пропала, убежала, не сказала. Вот такая молодая, небольшая, боевая. Ох, удар такой, едва ли сердце выдержит мое. Не видали? Не видали, не видали мы ее. Ай, скандал, какой скандал, ты случайно не видал? Нет, я тоже не видал. Ай, скандал, какой скандал. Какой скандал, никто девку не видал. Какой скандал, никто девку не видал. Это он меня ищет. Вас? Да. Ну. Ей-богу. Я чабан, маевцы на склонах гор. А у меня поросята. Я приехал из Дагестана, а вы? А я из деревни. Северной, дальней. Я гор не видала. Вы гор не видали? Нет. Ну, высоко за облаками, за туманом. В горах лежит республика наша. А зовут меня Мусаи. Чудеса. А у нас все больше леса да леса. А зовут меня Глаша. Глаша? Да. Очень времени у нас мало, лед замчится, как с гор вода. Я вас еще в первый день увидала. Я тетрадку вам поднял. Да, а потом я пряталась в павильоне, помните? Да. И вот... И вот... Я вас очень тогда боялась. А теперь боитесь? Нет, наоборот. Глаша. На московском просторе светит звезды Кремля в синеве, и как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве. Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила. В этот радостный вечер Москва. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве. Глаша, неужели мы забудем друг друга? Забудем вымолвить нелегко. Но от нашего севера до вашего юга очень уж далеко. Даже ветер и тот не домчится. Даже быстрые птицы и та утомится. Глаша, поверьте, зимою, весною ваши глаза будут рядом со мною. Сердце мое не расстанется с вашим. Я всей Москве это крикнуть готов. Многие девушки в местности нашей очень таких опасаются слов. Вспыхнут такие слова и сгорают. Всякие люди на свете бывают. О, если б спросили вы в нашем ауле, если б вы в душу мою заглянули, что мне сказать? Я молчу. А зачем же молчать? Вы говорите. Значит, вы встретиться вновь не хотите? Нет, хочу. А где же? Когда? А давайте здесь, на выставке, через год. Глаша, год, это года. Ну, и не заметим, как промелькнет. Согласен, буду вас ждать. Да. Глаша, а там, на севере, в лесах, вы не забудете? И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним.
ним подружилась в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных площадей переулков Москвы. Скоро станет разлука меж нами, зазвенит колокольчик прощай. За горами, лесами, полями дыхать в песнях меня вспоминай. И в какой стороне мы не будем, по какой не пройдем мы траве, мы друг друга нигде не забудем. С тобой подружились в Москве, мы друг друга нигде не забудем. Мы с тобой подружились в Москве. Здорово, Гаджи! Как здоровье, уважаемый Абдусалам? Годы проходят, не задевали его, Мусаид. О, хорошо, хорошо. Эй, спасибо. Ну, как ты чувствуешь себя, Мусаид? Как Москва? Как выставка? Какие там овцы? Эх, овцы! Наши овцы хороши, но там... Ты стар отец, немного в жизни видел овец. Но не будь на меня в обиде. Таких, как там, никогда ты не видел. Вот, например, красуля из Украины. Вот она. Эта красуля уже 5 лет подряд по 2 пороса дает. Или вот тайга из Сибирского края. Она тайга эта 2-й год по 2 пороса дает, и каждый опорос по 16-17 поросят. А тогда в чем тут беда, Глаша? Почему у нас так плохо? А в том, Федор Никитич, что живут наши свиньи по-свински. Летом-то им хорошо, а вот зимой замерзают. Свинья ведь не овца, у нее нет своей шубы. Как ей согреться? Да, это действительно. В других-то колхозах поросята растут как дети. В тепле, в сухости. А у нас 3 жердины, 3 хворостины, да 3 кола. Вот и весь ваш динамик. Нет, товарищи колхозники, так больше наши свиньи жить не могут. По закону им не полагается так жить. Они хоть и свиньи, конечно, но польза от них государству огромная. Поэтому стройте-ка вы нам, Федор Никитич, новый свинарник. А то ведь стыдно. У всех колхозов, как у людей, и поросят много, и доходы большие, и свинарки по 600-700 трудодней вырабатывают. А вы? Да что вы, хуже других, что ли? Нет, Глаша, не хуже мы, не хуже. А то председатель наш свиней поросят на пятки любит. А тот сюда поживет. Какой год зимний свинарник просим, а он и в ус не дует. Верность, тезка. Да если бы у нас был теплый свинарник, так мы бы нашему колхозу столько поросят нарастили, ну прямо тысячу. Эх, махнула. Свиней разводить не разинь рот ходить. Не верите? Да одна моя стучка в год не меньше 30 поросят может дать. Не в жизнь.
меня тучка 30 не даст? Да. Не болтай, девка, зря. Да даст, дядя Ваня, ей-богу даст. Я за свою тучку головой ручаюсь. Да моя тучка... Ну, хватит, хватит. Заслужили мы вас, Глафира Андреевна. Перегнули вы кое-где, но в Москву, кажется, не зря съездили. Кое-что привезли. Послушаем теперь, что Кузьма Сергеевич конюх нас скажет. Эй, где ты, Кузьма? Эй, иди, выходи. Лошади имеются в Москве в большом количестве. И лошади имеются разные. Есть эти, как их, ну вот эти, как... Кобылы! Да нет, не кобылы, а этих, ну вот... Жеребцы! Жеребец, не могу! Эх, Кузьма, Кузьма, костюм-то у тебя хорош! А что? А умом ты больно того! Обносился! В тумане отбились, сосед. Хорошо ли ты проверил эту бутылку? Я смотрел всю оторовец и трех маток, трех лучших маток нет. Но ты мог ошибиться, Мусаид. Сейчас ночь, темно. Да нет, я знаю этих маток, я помню их в лицо. Я так надеялся на их окот. Садись ужинать. Завтра с рассветом будем искать их. Нет, нет, отец, искать их надо начинать сейчас. Но сейчас ночь, ночь. Туман! В горах тумана уже нет. Пока я буду подниматься, дождь перестанет и ночь пройдет. Я пойду, отец! Салам! Салам, Мусаид! Салам! Thank you.
маленький. Дорогая, вдвоем на московских чудесных просторах мы опять эту песню споем. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, другая никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Буду видеть тревожные сны я, у окошечка буду стоять, ага, письма твои заказные я все дни напролет ожидать. Но я знаю, мы встретимся скоро, и тогда, дорогой мой, вдвоем на Москву.
чудесных просторах мы опять эту песню поем. Ни в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве. Ну-ка, Глаша, сколько? 19 штук. Ой, врешь. А ну-ка, иди-ка сюда. Ну-ка, ну-ка. Вот, считай. Ой, мать честна, сколько их. Глаш, а как же ты их кормить-то будешь? Ведь у тучки твоей на всех-то сосков не хватит. А? Так? А ну-ка, пойдем, покажу. Вот, гляди. Видишь, какую я им мамашу устроила? Эх, волк тебе заешь. Что выдумала? Ай да девка, да ты прямо из песка веревки вьешь. Теперь тебе еще десяток, и гляди, в Москву опять поедешь. Ну, до Москвы-то еще далеко, дядя Ваня. Их ведь надо выкормить да вырастить. Так ведь ты, Глаша... Это... Глаша, что это? А ну его к лесу, Кузьма это. Каждое утро орет, свиней пугает. Стою в тоске я у окошка, печаль туманит мне глаза. Играй, играй, моя гармошка, катись, катись, моя слеза. Играй, играй, моя гармошка, катись, катись, моя слеза. Скажи, скажи, какая сила поесть рвает на груди. Зачем ты сердце мне разбила? Приди, коварная, приди. Зачем ты сердце мне разбила? Приди, коварная, приди! Эх, Кузька, Кузька! Голосом ты тянешь, а вот умом не достанешь. Что-что? Глафира Андреевна, брат, из песка веревки вьет. Двоих одной шапкой накрывает. Не по тебе, девка. Не ты ей во сне снишься. Ага. Ну ничего, ничего, Иван Иванович. Не такие девки на шею кидаются. Но! Вот увидишь, Петровутню я женюсь на Глашке. Хвалилась овца, что у ней хвост, как у гребца. Да никто тому не верит. А ты что, не веришь? Не в жизнь. Не веришь. Гармонь ставлю об заклад, что женюсь на Глашке. Эх, мать честна. Часами отвечаю, не жениться тебе на ней. Часами. Ага. С сапожкой? С сапожкой. Согласен. Договорились. 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 Договорились, да. Вот что, Иван Иванович, готовь часы к Петровутню, приду забирать. Ой, ли. А вот увидишь. Потухай. Эх, да чего ж я влюбился, да чего ж я врезался, как бы дали острый нож, просто бы я зарезался. Ох, много снегу навалило, под колено вязнешь. Ты скажи, скажи, Глафира, любишь или дразнишь? Эх, ты, милая! На опуск три кукушки галком делали доклад. Пойте, девки, вы частушки, а я буду подпевать. На столе лежит опуск, на опусе муха, а муха спит на опуск, что не лезет в брюхо. Пришла курица в аптеку и запела кукуреку. Дайте пудры и духов для приманки петухов. Я девчонка пругалась, на голоса и за секрет. Карманистом не женится, до 50 лет. Пойте,
девки, не силитесь, 3 копейки вам цена. Только, девки, не сердитесь, это я про пешеня. Эх, зима, 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 наш тут вас сошел с ума. По деревне носится, на стена расходится. По деревне носится, на стена расходится. Поиграйте, поиграйте, хорошо играйте. Почему вы так грустите, а чего страдаете? Любишь ты или не любишь, поскорее сказывай. На моем сердечке узел, поскорее развязывай. Если хочешь любовь брать, поезжай на станцию. Положи любой багаж, потеряй питанцию. Светит месяц во все небо, бьется сердце во всю грудь. Меня Милка разлюбила, помоги кто-нибудь! У тебя сердце юноши. Ты складываешь песни, которые поет весь аул. Сложи песню о моей любви, пламенную, нежную, как весеннее солнце. Я вложу ее в конверт и отправлю заказным письмом на север. Туда, где бор, где много-много снега. А что ты хочешь написать ему, Саид? Я хочу ей написать, что она далеко-далеко от меня. Но я ее люблю. Ты живешь недалеко от белого. Наши сердца всегда вместе, любимая моя, любимая. Скажи, как она красива! Ты проводишь по северным лесам. Скажи, как я тоскую о ней. Я вижу тебя на вершинах гор. Я вижу тебя в небесах синевых. Но ты всегда... Скажи, пиши! Скорее пиши! Люби! Пиши! Моя, пиши, все пиши. Моя, моя.
Глафира Андреевна. Вам письмо. Ну? Заказное. Видать издалека и, может быть, даже с Кавказских гор. Глупости вы говорите, Иван Иванович. Да письмо. Ой, нет, Глафира Андреевна, спляшите. Ну вот еще, давай. Нет, письмо. Так не полагается. Давай. Калиника, калиника, калиника моя. В шаге ягода, малиника, малиника моя. Калиника, калиника, калиника моя. Здорово, Кузьма! Почет, Иван Иванович! Эй, Иван Иванович! Что? Эй, Иван Иванович, стой! Ну! Стой, ну, стой! Ну! Откуда это письмо, а? Какое письмо? Да ну брось, Иван Иванович. Ах, это? Да. С Кавказских гор. Ага. Эй, плохи твои дела, Кузька. Придется тебе с гармонией-то расставаться. Сердца у нее нет. Эй, есть у ней сердце. Да заперта для тебя дверца. Ну! Не по-нашему написано. Не понять. Как так не понять? Что ты, девка? А ну-ка. Доброго здоровья! А, здравствуй, Иван Иванович. Заходи. Ну-с, какие новости с Кавказских гор? Как там мандарины, апельсины, лимоны да и прочее? Да перестань. А. Видишь, девка грустит. Грустит? А. Забыл, значит, кавказец-то? Да не в том дело, не по-нашему написано. Письмо в руках горит, а понять невозможно. Ага. А ну так, Глаша, дай, может, я пойму. Да где тебе? Ты и по-нашему через пень колоду разбираешься. Ничего, ничего, давай. На. Чебурдубурн. Ага. Ну что ж, вижу, что про любовь, а подробно, подробно не разберу. И никто у нас не разберет. На 100 верст вокруг никто не разберет. А как же мне с ним быть-то? Господи, боже мой, боже! Стойте! Стойте, стойте! А кто у нас на станции в буфете служит, а? Армянин служит. Верно, Левон Михайлович. Хороший человек, любого гостя приветить умеет и наивозможные языки знает. Наш Левон из ряда вон. Айда к нему, Лашка, айда. Да ведь это 25 верст надо ехать. Бабушка! Эх, бабушка, да нам для любви и ты еще ни почем. Пойдем, Влаша, к председателю жеребчика. Пошли! Не мчатся, петь летит во все концы. И звенят, не нас звенятся, под дугою будем сы. И метель нас не догонит, не застигнет поле тьма. Эх, мы кони мои, кони, аж сидим за зима. Эй, милый! Уж вы верьте или не верьте, но моя взыграла кровь. Потому что в том конверте заключается любовь. А любовь кого не тронет, сразу в сердце кучерьма. Эх, вы кони мои, кони, аж сидим за зима. Может,
может, милый переменчик, может, встретил он кого. Ах, бубенчик, мой бубенчик, прозвени мне про него. Пойми что-нибудь такое, чтобы с нас упала тьма. Эх, вы, кони мои, кони, остыдимся зима. Эй, милая! Так вот, Левон Михайлович. С удовольствием, с большим удовольствием. Давайте, барышня, ваше письмо. Давай, давай. Да вы не беспокойтесь, барышня. Я очень хорошо понимаю женское сердце. Знаю, как оно тоскует и рвется к любви. Очень хорошо понимаю. Ну, а перевести с любого восточного языка это нам не трудно. Грузинский, армянский, азербайджанский, абхазский, аджарский, персидский. Все знаю. А я что говорил? Левон Михайлович все превзошел. Это для нас пустяки. Это для нас пустяки. Что такое? Грузинский, армянский, азербайджанский, абхазский, персидский. Что такое? Дядя Ваня. Грузинский, армянский, азербайджанский. Все знаю. Этот язык я не знаю. А как же, а? Очень извиняюсь, барышня. С удовольствием. Незнакомый язык. Да. Извиняюсь. Ну что ж, Леван Михайлович. Незнакомый язык. Грузинский знаю, армянский, азербайджанский. Эх, Глаша, Глаша, никаким языкам я не обучена, а в твоем письме разберусь. И пишет он тебе, Глаша, такие слова. Живешь ты, девица, на севере, возле Белого моря сурового, а я проживаю в другом краю, возле Черного моря теплого. Идешь по лесам ты по северным, леса на тебя не насмотрятся. Ты им словно ветер, Глашенька, ветер весенний, ласковый. А он по тебе все печалится, тоскует в краю своем солнечном. Все о тебе, Глаша, думает, душа у него разрывается. Глянет на горы высокие, ты на горах ему чудишься. Глянет на небо синее, птицей ты в небе кажешься. Эх, бабушка, бабушка! Если бы все так, по-твоему, было. Только сердце мое говорит, что все будет по-другому, по-нехорошему. Ой. Ох, Глаша, Глаша. В эфире Андреевне привет. Кузьма. Страдаете. Письмо получили, а прочитать не умеете. А ты почем знаешь? Все знаю, Глафира Андреевна. Поверьте, душа моя словно цветок на лугу. Буду любить вас до самой смерти. И от чистого сердца вам помогу. Знаю, теперь вам другой приятен. Но душа моя с вами, Глаша, навек. Вот в городе есть у меня приятель, образованный человек. Ученый парень с огромным стажем. Все языки знает. И вот
Словечко лишнего он не скажет, а письмо заветное переведет. Ну! А я привезу вам письмо в конверте. Алла его завяжу тесьмой. Глафира Андреевна, поверьте. Доверьте мне, Глаша, ваше письмо. Давайте, давайте. Нет! Глафира Андреевна, поверьте. Ах, Кузьма Сергеевич, может, в письме-то судьба моя. Может, в нем радости, может, печали. Эх, Глаша, Глаша. Ну, ладно. Я в руки вам счастье свое вручаю. Я за письмо головой отвечаю. Прощайте. Кузьма! Только пусть ваш приятель переведет слово в слово. Ясно, понятно? Не беспокойтесь, Глаш. Только тронется лед, ждите меня обратно. Прощайте. За окошком-то стужа, стужа, и на душе моей нелегко от севера до юга, так далеко, так далеко, даже ветер к нему не домчится. Даже птица и та утомится песней, песня замолкнет, не долетит, не домчится, даже птица и та утомится, песней, песня замолкнет, не долетит, не долетит. Ты молчишь, а? Ну, говори! Писем? Нет, Мусай, ни одного! Ни одного! Отправил все мои письма, Гаджи. Я отправил все твои письма, Мусай. Не потерял ли ты их, мальчик? Нет, я не потерял их, Мусай. Немало ли марок ты наклеил? На каждое письмо я наклеил на 5 копеек лишних, Мусай. Сохранил ли ты квитанции? Я берегу их, как цветы, Мусай. Не пьянствует ли начальник почты? Ну, здоровье не позволяет ему пить, Мусай. Не унесло ли мои письма ветром? Но погода все время тихая, Мусай. Тогда садись, пиши. Пиши. Ты не отвечаешь на мои письма. И душа моя разрывается от горя. Кругом весна.
только мое сердце затянуто серой осенней тучей. Кузьма! Кузьма! Привез! 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 Давай! Приветствую вас! Давай скорее, давай! Вот, пожалуйста! Перевод точный, слово в слово. Спасибо, спасибо. Торопится Глафира Андреевна. Эх, Кузьма, Кузьма, пропала твоя гармонь. Да, смешно. Готов часы, Иван Иванович, Петров день свадьба. На, далеко Кулику до Петрова дня. Но, милая. Чья-то девка к тебе подходила? Глаша Новикова, ударница наша. Новикова? Да. Владимира Андреевна? Она самая. Ах ты, батюшки, да что ж вы мне раньше сказали? Ведь у меня для нее целых три срочных письма. Так ну, давай я их передам. Нет уж, лучше я передам. А почему это ты передашь? Тру-тру. А потому что я всегда ей письма передаю. Ну что же с того, ты, Иван? Вот они! Три срочник и все Глафире Андреевне Новиковой. Ну, вот и давай. Подожди. Вот и порвешься, Иван Иванович. Подожди, что будет лучше. Дорогая Глафира Андреевна, ой, дорогая Глафира Андреевна, вспоминаю наши встречи и шлю вам привет от себя и своей молодой жены Тамары. Вернувшись с выставки в горы, я женился на ней. Женился. А вот вам еще три с Кавказских гор. Придется вам, Глаша, подписать. Калибика, каль... Глаша! Что ты делаешь? Ходил в тоске по деревне, горевал я один во тьме. Если грустно Глафире Андреевне, то не весело и Кузьме. Сразу нрав я его ужасный, нрав коварный его угадал. Знаки я подавал не напрасно, на гармошке не зря играл. Только вы не послушались, Глаша, только вы не поверили мне. И за это сердечко ваше, словно письма, горит в огне. Эх, Глаша, да много ли в нем красы, один кинжал да усы. Такие усатые девок губят, льют в девичье сердечко яд. А есть другие, они вас любят, под окошком у вас стоят. Интереснее милого ты не найдешь. Да я развею думы тоскливые, горе горькое от тебя отведу. Я такая, Кузьма, несчастливая. Я попала, Кузьма, в беду. Ни о чем ты меня не спрашивай. Ничего не отвечу я. Эх, Глафира Андреевна, Глашенька, драгоценная ты моя. Thank you.
я. Я знаю, сердце ваше само вам скажет, стой. Перед портретом Новиковой Глаши, свинарки знатной, девушки простой. Лишь год назад она была здесь гостью. Бродила робкой Москвой восхищена, Москва ее учила. Полной горстью ей радость отсыпала она. И вот живет свинарка скромная, простая, растит вдали красавцев порося, а экскурсанты, словно птичьи стаи, к ее портрету милому спешат. Пойдемте дальше. Стойте! Подождите! То, что ты сказал о ней, это верно. Но как ты мало о ней сказал. Стань ее! Гибче стана серный, а глаза? Почему ты забыл про глаза? Вы звезды видали? Глаза ее краше. Она взглянет, и в день превращается ночь. Соловей стыдливо улетает прочь, едва лишь заслышит пение Глаши. Она уйдет, и на солнце тень. Она придет, и кругом весна. И вот эту девушку ищу я четвертый день. Может, вы мне, товарищи, скажете, где она? Отец, что мне делать с печалью моей? Любовь как буря меня раскачала. Вечером думаю я о ней, утром думаю я о ней, в полдень думаю я о ней. А вечером о ней сначала. Давит на сердце сомнений глыба. Она тяжелее каменных глыб. Ты мудр, старик, помоги Мусаиду. Хорошо, идем, я помогу тебе, Мусаид. Какие у вас прекрасные свиньи! Вы много работали, и успех осенил ваши головы. Да уж работали, батюшка, работали, не ленились. Не то, что другие. Да. Одна наша Глаша Новикова чего стоит. Погодите, погодите, как вы сказали? Новикова? Ну да, куда ведь наша? А скажите, как живет Глаша Новикова? Хорошо Глаша живет. Все ее знают, все ее любят. Не получала ли Глаша каких-нибудь писем? Письма к ней как голуби летят. Со всех концов земли торопятся. А не прилетали ли к ней письма с Кавказских гор? Прилетали. И очень ее огорчили. Не может этого быть. Как так не может? Такие письма не могут огорчить девушку, если у нее есть сердце. Да ты почему знаешь? Да потому что я сам их сочинял. Ты старый хрыч, бесстыжие твои глаза, да как тебе не стыдно? Да не для себя, не для себя. Я сочинял их для моего молодого друга, для нашего знаменитого Мусаиба. Вот он. Здравствуйте. Скажите, а где сейчас Глаша Новикова? Дома осталась. Как дома? Почему дома? Да ведь она замуж выходит. Замуж? Не может этого быть! Как не может этого быть, когда у них и свадьба на Петров день назначена? Врешь, тетка, врешь, дальше врешь! Эх, парень, я бы рад тебе соврать. У меня у самой не лежит сердце к этому жениху. И село все против. Да ведь и Глашка за него слезами идет. Плачь-то идет, плачь-то идет. Отец, идем! Подруженька красавица, и зачем рано замуж идешь? Рано замуж идешь, красавица, покидаешь ты нас, подруженье. Ой, завлю Синушка, говорил он мне речи льстивые. Он ходил за мной, уговаривал, напевал он мне песни веселые.
Мне с вами не бывать, и не ходить по улицам, песен не певать. Эй, молодец, руку нас прощай, молодцов товарищей ты не забывай. Отдари нас вишенью, угости вином, песни величальные мы тебе поем. А гармонь моя заветная, играй, ах, прощай ты, моя воинушка, прощай. Девица-красавица бровью повела, сердце молодецкое в плен к себе взяла. Эй, кто мне ветер, ветер по лесу шумит, кто не столько Сашка по небу летит. Погоди, ребята. Иван Иванович, который час на моих серебряных? А? Иван Иванович, нехорошо. Давай. Эх, Кузьма, твоя взяла. Набирай. Держи. Без 29. Время за невестой ехать. Давай, садись, ребята, за небо! Кто такое? Кто-то едет. Где живет Глаша Ножка? Где живет Глаша Ножка? Ой, знаком! Мусаев, здорово, здорово! Иван Иванович! Скажи, пожалуйста, где здесь живет Глаша Новикова? Глаша Новикова? Ага. Глафира Андреевна? Ага. Эй, сейчас покажу, давай, давай за мной, пойдем. Сейчас, отлично. Федор Никитич, Федор Никитич! Федор Никитич, Градас! Градас! Федотыч! Помогите! Невесту возят! Помогите, невесту возят! Здравствуйте, Глаша. На свадьбу приехали, товарищ Гатуев. Милости просим. От всего сердца желаю вам счастья, Глаша. Пусть ваша жизнь будет радостной и безоблачной, как небо Дагестана в июне. Но пока вы еще не вышли замуж, я хочу поговорить с вами с одной. Мальчики,
вот получается. Вот, пожалуйста. Это что ж такое? Мы растим кадры, да. А другая республика их водит. А вот и позвать, Петр Никитич. Не горячись. Да как же? Да ведь тут дело полюбавное. Пускай сами разбирают. Конечно, пускай сами разбирают. Сами. А свадьба? Ну что ж, свадьба. Придется отменить. Конечно, отмените штучки. Брось, Иван Иванович. А что? Где он? Сейчас я его. Сейчас все будет ясно. Где он? Тебе оставляю. Играй, весели девок, но не балуйся. А то уберу. Ступай. Спасибо, Иван Иванович. Спасибо. Отец, спой письмо, что я писал ей. Спой. Зачем, Мусаид? Зачем? Когда твоя девушка и так видит, что ты любишь ее. Верно. А я, Мусаид, давно вижу, что Глаша любит тебя. Поднимись, наша песня на тучи, проплыви над морями вдали. Нет прекраснее нашей могучей, нашей вольной советской земли. И когда вражьи танки помчатся, мы с тобою пойдем воевать. Нет, зачем мы нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать.